Мы подошли к самому финалу. А, вот сейчас тот самый... Здесь никого нет. А я другого и не ожидал. Вот. А, значит, то, что сейчас будет, я вот говорил в самом начале, наверное, невозможно ни на 5-м авеню в Нью-Йорке, ни на бульваре Сен-Жермен в Париже, ни на Пикадилли в Лондоне. Что-то будет совершенно удивительное. Я даже прошу, если вот не крепкие... Они готовятся. Это примерно минут 40. Я прошу зрителей со слабыми нервными вначале смотреть в пол и потихоньку поднимать глаза. Я прошу вас фотографировать, как только сейчас появится кто-то на сцене, потому что такого вы нигде никогда не увидите. Я приглашаю на сцене апрельских нимф, которые очень сильно преобразились. Это будет впервые исполнение Рихарда Вагнера. Вот в таком виде, пожалуйста, снимайте и присылайте потом фотографии. Мировая премьера. Рихард Вагнер. Апрельские нимфы, проснувшиеся не в лучшем настроении в конце мая. Красота, страх и трепет. Thank you.